Вот мы подъехали к нашим друзьям. Я буду ехать за Сережей с Наташей. Они там бутыля с собой берут такие огромные для воды. Наверное, у Наташи там есть хорошая вода из скважины. Да? Куда мы едем сейчас? Курочки. На курочек посмотреть, да. Мы поедем к Саше на день рождения. Вот, вот Наташа, какой тортик для Саши сделала. Класс. Танк. Он что, он любит играть в танчики? Нет. Он играет в танчики? Не знаю. Не знаешь. А как он онлайн играет? Онлайн играет, да, все-таки? Понятно. Так, ну ладно, мы приехали. А вы что, у меня вот картина? Да. Шашлычок. Так скромненько все замолчали. Наташа, да, привет. Привет. С именинником вас. Спасибо. Сколько Саше лет? Саша, сколько тебе лет? 12. Вот именинник там 12 лет. О, Лиза уже прыгает по дивану. Привет, Миша. Муж меня подбросил его так, а он смотрел не кусатом, а сюда перед. А он как раз наклонился, так его за ногу перепали. Ох, сколько игрушек здесь мягких. Класс. Кто ты такой маленький? Привет. Куда, Лиза? Ну, вот туда. Иди, иди туда, иди на разведку. У меня еще не повесится ведь все мясо на эти пачки. Слушай, Паша, что я хотел спросить? Так, может, поставить. Девчонки здесь наши. Лиза, платье. Цветочки там, осторожно. Можно потратить собрать, они не дешевые. Но вот такие дешевки не стоит брать. Я видел, дешевка есть. Опять Юля здесь у меня. Фотосессии любит устраивать, да? Да. Да. Ты принцесса? Да. Ну а как же? Сэмчик, ты там упал? Давайте еще включать ее. Наши девчонки пошли за ручки все.
где лошадка? А, вон она, там, я вижу. Смотрите, какая красавица. А чья это лошадка? А, это соседи, да? Она одна здесь пасется. Да, еще одна есть, красавица. Еще и болото здесь есть? Болото, а то с детьми туда только пойди. Давайте уже назад, домой. Уже назад идем, домой, да? Пошли. На улице жарко, пошлите играть домой. Пальчики только не придавите. Все. Так, аккуратно. И теперь мы кормим курочек. Бросайте. Настя нам показала, где корм находится. Да. Лиза, осторожно, пальчики не подставляйте. А тут земли. Сэм, давай, бери корм. А тут у нас баночка. Не можешь достать? Юля, ну достань для Сэмчика, пожалуйста, а то он не может достать. Давай ему в ручки, давай. Пусть он покормит курочек, тоже бросит. Все. Они пленают. Остальное ты бросай. Нет, а я. Так, Лиза, только пальчики не придави, дочь. Это все-таки бочка такая. Надо закрывать. Все, пошли домой уже? Нет. Айда. А я хочу уже идти домой. А я не хочу. Все, Лизе понравилось кормить курочек. Это мы здесь надолго, часа на три. Да, Лиз? Они любят. Они любят. Курочки кушать зерно. Я хочу. Мама ж снимает одной рукой, держит крышку, одной снимает. На, правильно, а Юлечка помогла. Все, пошлите, там, наверное, тортик уже готов. Идемте. Да. Все, пошли, Сэмчик, пошли.